этого момента сельчане очень ждали. В 2015-м Кривоозерской школе присвоили имя Григория Романова. Сегодня на ее фасаде появился памятный знак с именем и звездой героя. Это уже 11-е имя героя Советского Союза и полного кавалера Ордена Славы, который мы смогли увековечить уже в общей сложности в 10 школах. С зимы 22-го года проходит уже 10-е открытие таблички. Табличка простая и строгая, каким, по словам современников, был и сам Григорий Григорьевич, но за этой звездой и позолотой уникальная биография и бессмертный подвиг, ставший примером самоотверженности ради своей родины. Он родился в 1907-м, в 41-м Григорий Романов был призван в ряды Красной Армии. В 44-м, освобождая Польшу, в неравном бою 3 танка против 18 уничтожил 5 из них, получил ранение, но продолжил сражаться. В 45-м получил звезду героя. А у нас там один Алёша. Этим летом его подвиг практически в точности повторил Расим Баксиков, который тоже стал героем страны. В бою экипаж его танка «Алёша» в одиночку уничтожил 2 танка и 6 бронетранспортеров противника. Сегодня для него особая честь почтить память Григория Романова. Это очень правильно. Героев надо помнить. Вообще всех воинов надо помнить. Книга памяти, она не просто так у нас создана в Татарстане. Ее надо читать, искать своих земляков, искать своих родных, почитать. Потому что тот, кто не знает своей истории, у него нет будущего. Экипаж Алёша и герой Советского Союза Романов Григорий Григорьевич. И вот они как бы встретились. У всех были глаза, слезы. И воспринято было нашими детьми, учениками, которые все смотрели, больше проводить надо мероприятия вот в таком вот, ну, как бы сказать, в таком примере. Нет в России семьи такой, всем не памятен был свой герой. Родственники Романова проживали в этом селе. Последнего не стало полгода назад. Сегодня память героя чтит новое поколение аксубаевцев. В 2015 году наша школа удостоилась такого величественного звания имени Героя Советского Союза Романова. И на самом деле очень знаменательно то, что к открытию приехал тоже герой, который сейчас выполняет свои военные обязанности. Я очень рада этому. И мне кажется, когда мы узнали об этом, вся школа просто была в восторге. Берет гордость от таких людей, то, что они живут в нашей стране, жили в нашей стране, то, что воюют за нашу страну, защищают ее. Мне кажется, это очень храбрые, достойные люди. Открытие мемориальной доски проходит при поддержке Российского военно-исторического общества. До конца года по проекту «Имена героев» в Татарстане увековечат имена еще 6 наших земляков. Рамиль Шайдуллин, Игорь Романов, ТНВ, Аксубайский район.